Вы прочитайте сначала закон Украины о милиции. Там статья 6, о чем гласит? Вы подождите. Статья 6, о чем гласит? Вы на экзамене или что? Так о чем вы мне рассказываете? О том, что, что должен не предавать? Зачем вы на микрофон? Вы я плохо себя слышу. У вас какие-то вопросы? У меня есть. Какие? Является этот человек сотрудником милиции? Или мне? Я вам не верю. Покажите мне удостоверение этого человека. Не мешайте человеку работать. Это не сотрудник милиции. Это преступник. Арестуйте, добрый. Установите личность. Еще раз. Хорошо, примите у меня заявление, пожалуйста. Вы примите. Установите личность. Для чего? Чтобы мы поговорили? Нет. Не представляете ситуацию. Товарищи, сотрудник милиции отказывается мне принять заявление. Я еще что, у вас есть удостоверение? По поводу найди. Потому что вы пришли на опера сюда. Нет, не опера, я лично к вам. А дальше девушка пошла на работу. Вы лично примите у меня заявление. Я вам говорю, что этот человек не является сотрудником милиции. Этот человек не представился мне. Не будет. Я могу утром выйти. Нет, примите у меня заявление. Пока я буду ехать. Конечно, я вам буду допустим. Вы опомните надлежащим образом. Согласно приказу номер 4. Ваше 400 закона имеется. Я хочу удостовериться, что это следователь. Я же как бывший военный дознаватель и внештатный. И что? Инспектор милиции. А, внештатный. А вы знаете, что творится у нас? Нет, я уже не внештатный, я был внештатный. Уже удостоверение просрочено. Нет, а вы знаете, что творится? Людей избивают. Провокации устроили. Людей избивают. Я в шоке. Фонд громадских инициатив организовал сегодня целый ряд провокаций. Они вот так, Рензел. Да это вот, посмотрите на то, или Зеленый фронт. Причем для Зеленый фронт, ты вообще фонд. Вы, Андрей, наверное, не я все точно говорю. Андрей, я вырвал, что сказал, говорю, кредит доверия я тебе уже не даю. Вы это поймите и скажите. Вот единственный, которому я давал кредит, я вырвал. Ага. И тот. Ну, это ваше право. У вашего. Свидетель. Эти люди делают понятными умышленно, чтобы дальше они в судебном заседании не могли давать пояснений по тому, что происходило. Они являются свидетелями. Следователь делает понятными. Конечно. Или представители одного и того же. Свидетели могут быть. Ну, эти люди не кладут в свидетели. Да, вот там. Спрятаны. Это все вот, вот здесь вот в фонде громадских инициатив. Ты мне сказал, что сегодня? Ты украинец. Ну, да. Так что это? Прикидывайся, что ты не знаешь, это причина. Или ты действительно не знаешь? По конкретной акции я знаю. Нет, я знаю, где она разрабатывалась сегодня. Вообще, что творится в стране. Не умею, что ты знаешь. Я не знаю, ничего. Я не знаю, что давали лечение. Просмотра видеозак, они не вышло. Свидетелям ничего не отдать. Мне не нужно. Если вы, я знаю, что вас какими-либо действиями, работниками. Да, плохо на меня, не работаю. Вы Хорошо, граждане милиции, мы хотим все соблюсти процессуально. Знаем, чтобы вы... Зачем вы устраивать это шоу? Я на вас следователь в чем-то, что вы меня меняете? Ну это цифру. Это не следователь. Он хочет сейчас все записать. А вы кто? А вы не мужчина. А я гражданин Украины, предъявил вам паспорт. А что этот человек предъявил? Можете? Вот я объясню. Наш метод сейчас в четверке. Да. Там из достоверных источников. Как только поступила указивка, сразу позвонили. О том, что поступила указивка, несмотря на любые тяжести, сделать ему амбулаторное лечение и под жопу нам массировать. Вот, что там не происходит. Поэтому у нас уже предвзято отношение ко всем. Подождите, ну где девушка?
Давайте не устраивать. Я все понимаю. Есть конкретный человек, который конкретно представляет интерес. Он говорит, извините, можете представиться. И на этом я так понимаю. Согласно статье 206. 11.57. Я не могу понять. Секрет, значит, что? Прошу, человек не может представить. У меня вопрос. Это ваши люди мне на площади не пускают? Какие мы? А на площади я тоже не могу. Да, ну понятно, вы есть. Площадь это за жизнь. Ну понятно. Ну, понятно. Куда вы это юридите? Как еще раз к вам обращаться? Скажите, пожалуйста. Вот я вам сейчас скажу, и вы как бы напоете, что вы сейчас чуть-чуть не правы. То, что вы сейчас нам не даете, как это будет передано, как это будет сделано, я вам скажу больше. Через 2 часа я это скачаю в Ютубе, и без всяких протоколов взять. Это будет все Украины, и за ее пределами. Вот это то, что вы сейчас не даете. А вы начинаете исполнять там какие-то бумаги. Вот у вас завтра могут выехать. Извините, я подозреваю, что у вас сразу же на часто выехать. Если вы запустите на всю Украину. Вы послушайте... Денис, послушайте простую логику. Вы заявили о преступлении, пока у вас устное, я так понимаю. Сейчас, минуточку. Минуточку. Для оперативного поиска преступника людям нужно фотографии, видео посмотреть. Для оперативной сейчас работы. Как вот сразу по заявлению приступают, предпринимаются мероприятия по задержанию. Вы сами не даете им возможность. Мне нужно документ, необходимо срочно. Покажите мне документ. Есть логика. Так у тебя логики нету, да, Денис? Да. Вы просите найти... Подожди, сейчас, минуточку. Теперь я продолжу. В стиле вашей провокации. Только что, по минуточку. На видеокамеры. Сейчас, дайте. Минута, как журналиста. Хорошо. Послушайте. Не, просто чтобы вы знали, товарищи милиционеры. Сейчас, минуточку. Полчаса назад Сергей Четверяков делал заявление на видеокамеру. Он сказал, что мы позвонили в милицию. Милиция сказала, что мы можем отреагировать только через 1.5 часа. И уже видно, потому что они не хотят ничего делать. Сделаны выводы. Мы делаем... сделаны выводы, что они хотят затормозить это дело. Вот теперь что-то... Вот я вижу, как бывший военный дознаватель, капитан запаса, я вижу, что пришла милиция, просит для оперативной работы предоставить материалы. Андрей, выйди, пожалуйста. Сейчас, и все. Андрей, выйди, пожалуйста. Не, я никуда не выйду. Андрей, что это сейчас. Выйди, пожалуйста. Не, я пока не выхожу. Выйди, освободи, пожалуйста. Я попросила милиция. Где? Вот то, что я здесь видел. А где милиция попросила? Вот здесь пришли. Андрей, дай мне почитать, что мне попросила милиция. Андрей, выйди. Сейчас, минуточку. Я вижу, что пришли работники милиции и для оперативной работы попросили эту видеозапись. Вы полчаса говорили, что милиция ничего не делает. Милиция хочет что-то сделать, вы не даете ее. Дай мне документ, что от меня милиция хочет. Кого я вижу? Пишет что-то дознаватель или следователь? Как вывести Юрия? Есть кто-нибудь, мужики, я не знаю, есть кто-то, блядь, вынес? А что я здесь делаю, что я нарушаю? Ну выйди и все, просто выйди, прошу тебя, по-человечески, а? Ничего, я высказал свое мнение. Ну нахрена ты эту провокацию лишь? Ну выйди. Я делаю провокацию. Ну выйди, не сработает, он работает, он знает, что он делает. Все, я молча снимаю, да. Пожалуйста, Андрюш, ну прошу тебя. Ну да, Андрюш, мы все расскажем, мы все покажем, пожалуйста. Ну не устраивай цирк, а? Ну, блядь, так уже поупал. Что ты ругаешься? Красивая женщина. Вот я не сказала. Я остановилась. Да что вы говорите, нету? Кого нету? Есть, конечно. Это инициативная правозащитная группа. Она нигде не зарегистрирована. Молодой человек. Я не спорю, но не по этому поводу. Вот и я так думаю, Даша. Сейчас могу поругаться по этому. Дай поругаться. Ну я же знаю, мы пришли. Дело хорошее дело. А получается вот такое вот. Ой, еще один. Опять. Смотрите. Грабят, блин. Да, я высказал свое мнение как журналист.
сталкивают в бане, не придемся вообще. Для того, чтобы нам кого-то ловить, мы должны увидеть человека. А вы нам не даете. Вот молодой человек говорит, мы не дадим. Полчаса мы за это не делаем заявление. Почему вы не можете?